Реальность вас оставляет равнодушным, Михаил Львович. А все свои эмоции вы черпаете в своем прошлом. Здесь вы не правы. Реальность – это мои книги. От них я прихожу в состояние умиления. Детские книжки детского писателя. Сколько мудрости, сколько терпимости, сколько тонкого понимания мира подростка. Но все это, дорогой Роман Сергеевич, сущая ерунда. Это вы зря. Книжки вы действительно пишете замечательные, но со мной вы почему-то о них не хотите говорить. Все наши беседы, причем всегда, это ваши воспоминания о гражданской войне. Вам ведь, вашим прошлым, что-то не дает покоя. Что вас мучит? Расскажите, чтобы я смог вам помочь. Бред. Простите, я не должен был этого говорить. Ничего, ничего. Просто вы должны понять, что вы стали жертвой собственных воспоминаний. Вот-вот, доктор. Здесь-то собака и зарыта. Люди делятся на две категории. Либо они жертвы, либо они хищники. Я никогда не был жертвой. Никогда. И никогда ею не буду. Это довольно спорная теория. И жестокая. Да ничего спорного здесь нет. Просто одни хотят, чтобы им пустили кровь. А другие радостно идут у них на поводу. Я думаю, вы ошибаетесь. Желание стать жертвой – это патология. Так же, как патология – быть хищником. Глупости. Естественный отбор, как у животных. Это люди превратили жертвенность в добродетель. Вдумайтесь, Роман Сергеевич, ведь именно жертвенность порождает жестокость. С точки зрения морали это преступно. Но именно так устроен этот мир. Вы же сами называете жертву жертвой, а не как иначе. Значит, таковой она и была. И таковой она и является. Противоположности притягиваются. И по-другому не бывает. Я вас понял. Не бывает! Я понял, понял вас. Не надо так нервничать. Если поставить к стенке человека, который не является потенциальной жертвой, то уж, поверьте моему опыту, он обязательно выживет. Пожалуйста, Михаил Львович, выпейте. Да не нужны мне ваши пилюли. Выпейте. От них голова кружится. И в глазах туман какой-то. Тогда позвольте вас спросить, дорогой Михаил Львович, зачем вы ко мне ходите, а? В Бога я не верю. Да, собственно, и в черта тоже. А с вами, доктор, я размышляю о себе. Прекрасно. И что вы можете сказать о себе? О себе? Да. Кто вы? И о себе? Какой вы? Для кого или для чего вы живете? Да не приду я к вам больше. И пилюли ваши мне не нужны. Знал бы я ответы на вопросы, я бы всех научил, как надо жить. Да вы и учите. В своих книжках. Я думаю, что с детьми и подростками вы говорите на одном языке. А знаете почему? Потому что я все тот же 17-летний пацан, который прибился к отряду анархистов, а потом к красным. И знаете, доктор, всюду было одно и то же. Всюду была кровь. Много крови. Праведная кровь у одних и праведная у других. И вся кровь, которая проливалась, она была праведная. И я понял, чем больше льется крови, тем быстрее простое заурядное убийство переходит в разряд великого жертвоприношения ради великой идеи. Вы меня понимаете? А чего же? Я вас понимаю. И поэтому я все еще там. Уже отечественное закончилось, а я все еще там. В 20-м. И для меня еще ничего не закончилось. И этим я доказываю миру, что я живу, что я существую. Да. Виктор Федорович, бросьте. Ну, придется признать, что эта идея хоть и не лишена оригинальности, но никаких результатов не принесла. Вы не правы, Володя. Все-таки кое-что нам с вами удалось установить. Что же? Ну, говорите, что у вас там получилось? У меня ничего. Вы можете толком объяснить что-нибудь? Понимаете, Ника, ваша бабушка
отправилась искать Лизу, чтобы потом вместе сфотографироваться. Угу. А вернулась, когда уже делали снимок. Виктор Федорович предположил, что на последнем снимке убийца должен отсутствовать. Ему нужно же было выбрать подходящий момент, чтобы напасть, убить и спрятать тело. Он просто не успел бы вернуться. В общем, мы сравнили старые фотографии того вечера. И оказалось, что все на месте. Но кроме тех троих, которых вы сказали вычеркнуть. Да, но нас интересует только местные жители. А это были гости. Правда, довольно-таки известные в свое время люди. Тут даже какой-то один лишний появился. Кто? Не знаю, какой-то военный. Вот этот? Да. Это Грушевский. Вот оно что. Я о нем даже и не думал. Думал, что это чей-то очередной знакомый. А почему он в форме? А бабушка рассказывала, что он как раз в это время снимался в фильме про войну. И Лиза его ждала в этот вечер. Ну все, тупик, пора спать. Да-да, извините. Извините, что заставил вас потратить столько времени попусту. Ну что вы, Виктор Федорович, было очень интересно. Постойте. Посмотрите, это последний снимок. О, я никогда не видел этой фотографии. Бабушка хранила ее у нотариуса. Володя, это... Это Ротаров. Так, а на других снимках его нет. И здесь он явно позировать не собирался. Ну, вероятно, он случайно проходил и попал в кадр. Вот именно, случайно попал. Я не понимаю. Подождите, Виктор Федорович, он рожает новую идею, он в этом мастер. Вот смотрите, мы с вами искали убийцу на фотографии, да, верно? Да. А что, если его не было на той вечеринке, а? Тогда все могло развиваться по-другому. Он заранее подготовился. Выбрал место для убийства, знал, где временно спрячет тело, чтобы ночью за ним вернуться. Нет, хорошо, почему он выбрал место, где полно людей? Он мог где-то отсидеться. Ника, он видел твою бабушку, понимаешь? Видел, но не стал ее убивать в лесу. Может быть, потому что спешил убрать тело Лизы. Ты правильно заметила. Было много народу, и он боялся лишнего шума. Я уверен, он пришел посмотреть, как будут развиваться события, а в кадр действительно попал случайно. Павлов, может, ты прав? Да нет, это просто дикость какая-то. Ротаров – сосновский душитель. У меня это просто в голове не укладывается. Случаются и более невероятные вещи. Хорошо, а будь в сапоги. Случайно попал в кадр, но мне не хватает доказательств. Конечно. Виктор Федорович. А когда Ротаров умер? В январе 50-го. Подожди, ты же сказал, что в это время умер всего лишь один какой-то дряхлый старик, и все. Ну, значит, он умер не здесь. Правильно, он умер на своей ленинградской квартире. Кстати, гораздо позже самоубийства Грушевского. Вообще, Ротаров редко бывал в поселке. А в мае 49-го, когда пропала третья девушка, он был здесь? Я не знаю. Вы меня извините, но я нахожу вашу гипотезу какой-то циничной. До свидания. Алло. Костик? Да. Ну и где эта сучка? Сколько ее ждать? Кто? Сестрица моя где? Я не знаю. Слушай, она сказала. Ухожу от мужа. Переезжаю к тебе. Вчера не пришла. Ночью тоже не было, и сейчас до сих пор нет. Ты понимаешь, мне на работу пора. В нашу квартиру потом не попадет, и орать еще будет. Я не знаю. Ну а ты? Не передумал еще с ней разводиться? Нет. А то смотри, я свободна. Володенька, вы только попробуйте. Тепленький еще. Ганушка, вы просто волшебница. Ешьте, ешьте на здоровье. Ешьте.
Простите, это важно. Ганна, будь поскромнее. А ты меня не да, учи. Да, Григорий Аркадьевич. Утюгчине. Вы еще не оставили попыток разобраться в этой истории? Нет, Григорий Аркадьевич, я собираюсь ее довести до конца. Хорошо. Вас интересовало имя последней пропавшей девушки. Ее звали Лена. Лена Сомова. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, вам еще этот нахлебник не надоел? Это ты о ком? Нет. О ком, о ком? О нем. Приехал тут, оккупировал вас. Дом, помните? Он сейчас очень обаятельный. После исчезновения дочери они его сразу продали. Сейчас там библиотека. Огромное вам спасибо. Если нужна еще вам будет моя помощь, приходите. Я не знаю, что там у вас произошло, но да? Володя очень умный, интеллигентный человек. А и он очень тебя любит. Никуша, а вы он предатель. Да. Ника, мужчины иногда ошибаются. Да. Да неужто? Да, хорошо. Куш-то. Да. Да-да. Ну-с. Доброе утро. Боже ты мой, откуда же столько радости-то? В нынешних обстоятельствах мы единственный источник радости друг для друга. Я надеюсь, ты никого конкретно не имеешь в виду? Ну почему же? Конкретно тебя, меня, Ганушку и Жоржа. Мерси. Может, чайку попьешь, а? Никуш. Нет, спасибо, не хочется. Пойдем-ка, прогуляемся. Мне только что звонил Гонзакер, он вспомнил имя третьей жертвы, Елена Сомова. Пропала в мае 49-го, и в доме, где она жила, сейчас находится библиотека. То есть ты предполагаешь, что он тоже зарыл ее около дома, да? Я в этом уверен. Хочу съездить в город, с Марковым встретиться. Ну, можно ведь позвонить. Ты что-то задумал? Нет, просто нужно собрать данные на Ротарова. Ему это проще. То есть ты все-таки думаешь, что это Ротаров? Не важно, что я сейчас думаю. Просто я хочу узнать о нем как можно больше. О нем, о его родственниках. Кто из них жив, где они, чем занимаются. Ну, словом, все. Ну, что там? Разговаривают. Со стороны даже не скажешь, что они поругались. Может, она все-таки его простит. О, характер. Весь бабку, царствие небесное. Ну, а ты, пока я буду в городе, побеседуй со Смолениновым. Может, и ты что-нибудь выяснишь. М? Хорошо, я попробую. Но, правда, мы с ним не очень ладим. А ты представь, что это один из твоих клиентов. Он ее поцеловал в щеку. А она? Позволила. Ну вот видишь, может наладиться. Да что ты в этом понимаешь? Георгий! А? Не отвлекайся! Чини утюг-то! У меня же гора белья, мне же гладить надо. Да давно пора новый купить. Купить? Да этот совершенно новый. Мой ровесник. Там открыто, входите. Добрый день. Приветствую вас. Прошу. Есть новости? Чем ты собираешься сегодня заняться? Будешь дома? Может, ты наконец сядешь работать? Ты не забыл, что в редакции ждут материал к концу месяца? Обещал. Правда, последнее время тебя это мало волнует. У тебя другие интересы. Раньше ты заглядывался только на моих подруг. Но теперь тебя привлекают молоденькие. А в моем возрасте я не могу с ними соперничать. У тебя нет подруг. Твоя ревность их всех извела. Поэтому ты общаешься только с Веленой, а ей 100 лет в обед. Сегодня у меня хорошее настроение. Тебе не удастся его испортить. И потом, у меня всегда были основания не доверять тебе. Ну зачем мне лекарства? Нервы, Бронечка, нервы. И, пожалуйста, пей воды побольше. Лекарства.
Глупая надежда, что когда-нибудь все будет хорошо, что перестанет болеть душа, и молодость вернется. Я устала. Я так устала. Хочу умереть. Хочу, чтобы все скорее закончилось. Виктор Федорович! Виктор Федорович, вы дома? Можно войти? Умоляю вас, тише. Что случилось? Здравствуйте. А... Что там? Пожалуйста, пожалуйста, идите в мой кабинет. И, пожалуйста, умоляю вас, тихо, тихо. Кто там пришел? Я хочу знать, кто там пришел. Броня, пожалуйста, лежи. Пожалуйста, лежи. Тебе нельзя вставать. Нет, я хочу познакомиться с твоей пассией. Ты же, не стесняясь, приглашаешь их к нам домой? Да нет, нет там никого. Да не делай из меня идиот. Ты хочешь от меня избавиться? Ты что за таблетки мне даешь? Витя, ты меня хочешь отравить. Ну, Бронислава, ну что ты говоришь? Что ты говоришь? Господи Бог мой. Ты даешь мне таблетки? Когда же это закончится? Успокойся, Бронислава, не успокойся, успокойся, пожалуйста. Ради Бога, успокойся. Бронечка, ну не надо, милая, не надо, успокойся. Лежи спокойно. Значит, если он будет продолжать действовать по тому же принципу, то следующее убийство должно произойти завтра. Да, именно в этот день, в 49-м году, и пропала Сомова. Если нам удастся за оставшееся время найти ее останки, убийства может и не быть, по крайней мере, завтра. А откуда такая уверенность? Ну, если мы не дадим ему действовать по его сценарию, его это разозлит. Он начнет нервничать. Хорошая перспектива. А если он начнет убивать безо всякого сценария? Не думаю. Он просто кого-то копирует, немного импровизирует, но создатель сюжета не он. Его преследует навязчивая идея. Связывать свои убийства с убийствами тех лет и демонстрировать нам эту связь, понимаете? Если мы найдем останки Сомовой, то эта связь прервется. Ему нужно будет искать какой-нибудь выход. В любом случае, чтобы подготовить новое убийство, ему понадобится время, понимаете? А время – это как раз то, что нам с вами нужно. Вот как это ни печально, но найти останки Сомовой за столь короткий срок мы просто не сможем. А потому выбор у нас небольшой. Мы организуем около библиотеки постоянное наблюдение и будем его там ждать. Вы сами-то поняли, что сейчас сказали-то, а? Значит, вы будете сидеть и ждать, пока он кого-нибудь не убьет и не принесет вам тело. На живца ловить будете? Перестаньте говорить глупости. Никто не собирается просто так вот сидеть и ждать. У нас есть время, чтобы разработать какие-то оперативные мероприятия. Вот вы знаете, в каком месте искать? Нет пока. Я тоже не знаю. Ларису Троян нашли в 40 метрах от дома. А Катерину Гонзакер более чем в 100 метрах от ее участка. Вы представляете себе этот круг поисков? Да если мы нагоним туда кучу техники и людей, мы за неделю не справимся. Переполошим весь поселок. А между прочим, убийцу вспугнем. Да-да, конечно, вы правы. Я просто об этом не подумал, извините. Но это будет просто ужасно, если он кого-нибудь... Конечно, ужасно. Я что, этого не понимаю, что ли? Еще раз извините, я не буду вам больше мешать, но есть еще одна просьба. Нужно выяснить все о родственниках писателя Ротарова, точнее, Грушевского. Ротаров – это его псевдоним. Я вам тут все уже изложил. Он умер в 50-м году. Что за срочность? Да поймите, есть подозрение, что Ротаров и есть тот самый Сосновский душитель. Я вам обещаю, что как только у меня появится возможность,
Я этим займусь. Господи, да поймите же, что это очень важно и очень срочно. Делов-то всего послать запрос. Ну, а? Поучите меня, поучите, а то я тут сижу и груши околачиваю. Может, вы все-таки выслушаете да, меня? Да, 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 все. Извините, но мне надо работать. Ну, рассказывай. Да нечего рассказывать. Ну, засаду они устроят. Примут еще кое-какие оперативные меры. В общем, остается только ждать, что из этого выйдет. А что с Ротаровым? Да даже слушать не стал. Знаешь, посмотрел на меня, как на червя кабинетного. Не, ну, конечно, обещал. Потом, когда-нибудь, когда время будет. В общем, не знаю, что делать. Сидеть, сложа руки, не могу. И придумать ничего не могу. Не дай бог, чтобы он следующий выбрал тебя. Ты нагнетаешь. Да ничего я не нагнетаю, Ника. Я просто уверен, что он уже все продумал и рассчитал. Милиция ничего не добьется. И наверняка ведь он предполагал, что рано или поздно мы узнаем о третьей жертве, даже узнаем, где она спрятана, но ничем не сможем ему помешать. Он наслаждается нашим бессилием. Все эти фотографии, кукла. И какие невероятные совпадения. Ты оказывалась рядом именно в тот момент, когда находили трупы. Понимаешь, теперь мы точно знаем, когда он тебя убьет и где будет спрятано твое тело. И лежать ты будешь вместе с Леной Сомовой. Последние сутки мы будем корчиться от ужаса, а он будет наблюдать за этим. Короче, есть только один выход. Спрятать тебя. Спрятать, не знаю, приставить охрану. Лучше всего вообще отправить тебя в Москву. Конечно, все это слишком очевидно. Наверняка он уже придумал, как задержать тебя в поселке. Это Смоленинов. Я думал, ты уже переболела этой версией. Я согласен, он странный тип, но... Павлов, скажи, ты когда-нибудь видел Бронислава во время ее очередного заскока? Откуда? А я видела. Понимаешь, всего 5 минут, это жутко. А Смоленинов наблюдает это каждый день в течение нескольких лет. От этого можно просто свихнуться. Согласен. Он утверждает, что он искал дневник Ротарова и не нашел. А я думаю, нашел. От бабушки он узнал историю смерти Лизы. Только я не понимаю, в какой момент он начал подражать Ротарову. Да, но у него ведь алиби, Сахно. Да, прекрасно алиби. Но он мог его подстроить. Подожди. Тогда получается, все эти запугивания только ради того, чтобы уничтожить оставшиеся фотографии из альбома Вероники Витольдовны. Ха. Да, он тебя недооценил. Ты не ударилась в панику, а стала копаться в этом деле. Вот он и решил подстраховаться, правильно? Теперь ты понимаешь, что вся эта история со сравниванием фотографий – это просто фикция. Ему нужно было выяснить, что нам известно, понимаешь? Только он не мог предполагать, что не все хранится в альбоме у бабушки. Правильно. А когда мы нашли Ротарова, он изобразил обиду и сбежал. Ты умница, Ника. Ты все поняла, когда он успокаивал Брониславу? Нет, гораздо позже. В его кабинете. Ты знаешь, тебе было интересно, каким образом он пытается задержать меня в поселке. Так вот... Он уже это сделал. То есть? В его кабинете на столе я видела фотографию. На снимке изображена Бронислава. Я так понимаю, что этот снимок был сделан еще до ее болезни. Так вот, на шее у нее был красный шелковый шарф, понимаешь? Раньше этого снимка там не было. Конечно, он мог предполагать, что мы рано или поздно придем к нему расспрашивать о Ротарове. Больше-то идти нам не к кому. Ну, конечно. Конечно, в милицию ты с этим не пойдешь, правильно? Да и ты не пошла бы. Ха, он уже понимает, как ты упряма и что уже не отступишь. Да, он все точно рассчитал, я не уеду. Да и я бы не уехал. Ну что ж, теперь есть хоть какая-то определенность. Ну, здравствуйте, что ли? Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы, извините, помешали? Нет-нет, что вы. Вы совсем нам не помешали. Я не знаю, по чью душу, Виктор Федорович, я на пару слов. Дело такое, мне из города звонили. С сегодняшнего дня, то есть ночи, будет проводиться патрулирование улиц с целью обеспечить безопасность жителей поселка. Акция временная, формальная, опасности никакой нет.
Мне приказано всех оповестить, чтоб не нервничали. Ну, официально это проводится с целью уменьшения хулиганских выходок. Хотя, Владимир, мне кажется, что вам это больше известно, чем мне. Я думаю, они опасаются просто очередного убийства. Понятно. Ну, а я, Ника, пришел извиниться перед вами. Вы знаете, вы как-то внезапно появились. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня, но у меня были свои домашние проблемы, и я был невежлив по отношению к вам. Да и потом вы куда-то вдруг внезапно исчезли. Ну что вы, Виктор Федорович, не волнуйтесь. Я поняла, что пришла не вовремя и просто ушла. Но вы же хотели, наверное, у меня что-то спросить. Теперь это уже не важно. Ну, извините еще раз, что помешали. Пойдем? Да, конечно. Подождите минутку. Нам повезло, что вы здесь оба. Я с вами хотел бы обсудить одну идейку. Ну, давайте, если недолго. Хорошо. Виктор Федорович на днях предложил сравнить старые фотографии, чтобы как-то восстановить, кто где находился вечер исчезновения Лизы. И знаете, я вдруг подумал, а что, если нам устроить следственный эксперимент, а? Я имею в виду собрать всех, кто был вечер исчезновения Лары Троян и смерти Вероники Витольдовны, и восстановить события. Но, по-моему, толку в этом мало, только людей издёргаем. Не согласен. Наверняка кто-нибудь из них вспомнит что-нибудь такое, о чем и в голову не приходило спрашивать. Например, кто куда смотрел, кто куда вошел и откуда вышел. Не хочу больше уподобляться Маркову. Он знает, что сегодня произойдет очередное убийство. Но дальше патрулей фантазия не работает. Сергей Сергеевич, ну мы же не будем делать ничего противозаконного. Ну, нам бы только людей уговорить. Как вам идея, Виктор Федорович? Ну, знаете, я в этом, честно говоря, мало понимаю. Но если вы решите, я буду участвовать. Ну вот и чудненько. В патрулировании улиц проку, конечно, мало, но и ваша идея мне тоже кажется дурацкой. Хотя, все, что вы до сих пор предполагали, все сбывалось. Хорошо. Только в стариках я сомневаюсь, мне их трудно будет убедить. А вы не беспокойтесь. Я поговорю с Гонзакером, а Ника сходит к Троянам. Ну вот и решили. Ладно, идти надо. Увидимся. До свидания. До встречи. Павлов, что это за история со следственным экспериментом? Это же бред какой-то. Экспромт. Зато этого он точно не ожидал. Да-да. Вы поучаствуете в следственном эксперименте и все. Хорошо. До встречи. Хорошо. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас тоже жду. Да. Не забывайте, да. Надо все повторить, все вспомнить, как да. было в тот вечер. Да, всего доброго. Если все, что вы говорите, правда, то я, конечно, готов вам помочь. Но мне кажется, вы опять что-то недоговариваете, как и в прошлый раз. Григорий Аркадьевич, поверьте, мне просто вам нечего было сказать. Я не виню вас. Я хочу только одного – найти его, Володя. Найти и удавить. Собственными руками. Что я должен делать? Ника! Да? Скажите, вам это нужно? Лично? Да. Мы придем с женой. Спасибо большое. Ну что, ты придешь? Я-то, конечно, приду, но затея очень жестокая.
Да, я согласна, жестокая. Но другого выхода у нас нет. Понимаешь, это единственная возможность вычислить его, иначе он будет убивать дальше. Понимаю. Леня, мне нужна твоя помощь. Я здесь мало кому могу доверять. Надо быть очень внимательным, и мы с Павловым сами не справимся. Помоги нам. Вы с Павловым? Да, мы с Павловым. Почему тебя это так удивляет? Он мне близкий человек. А я для тебя уже никто. Я этого не говорила. И вообще не хочу сейчас говорить на эту тему. Ну да, да, да. Ты права. Может, действительно сейчас не время разбираться. Мы ведь с тобой поссорились из-за какой-то ерунды. Я вел себя по-идиотски, извини. Слушай, а с кем ты все-таки подрался, а? Какая же ты. Ой, какая же ты настырная-то, а? Какое это имеет значение сейчас? Мне интересно, я просто сгораю от любопытства. Ну, с Лукониным. Да ты что? И что вы не поделили? Он подонок. Ну да, он подонок. И что, ты его ударил, да? Боже мой, как интересно. Жаль, что я этого не видела. Вообще-то я той ночью шел к тебе, чтобы извиниться. Сахно меня поймал, отчитал. Правильно сделал, нечего шляться по ночам. Извини. Забыли. Останешься сегодня у меня? Не могу. Ну, тогда я к тебе приду. Не обижайся. Мне надо подготовиться к завтрашнему мероприятию. Ну, рассказывай. Согласился. Причем быстро. Ты знаешь, он аж как-то подобрался весь, своими руками убийцу придушить хочет. И поверь, придушит, если возможность представится. Ха. Такой дотошный мужик не отпускал, пока все не вытащил. Но я надеюсь, ты ему фамилию не сказал? Обижаешь. Ты вообще знал, что он быстро согласится, поэтому меня к Троянам отправил, да? Да. Угу. Мне с ними было бы сложнее. Ну, рассказывай, удалось? Ну, что сказать, он придет, если сможет. А вообще, конечно, дела плохи. Жена у него лежит, не встает. Он бодрится, чтобы как-то ее поддержать. Честно говоря, сам весь на уколах. В общем, кашу ты заварил. Ну, а что делать оставалось? Ты мне лучше скажи, у тебя есть вообще хоть какой-нибудь план? Потому что я лично не представляю, как все это завтра будет происходить. Ладно, разберемся. Слушай, а Кирилл ваш сможет помочь с данными на родственников Ротарова? Кирилл? Этот все может. Набери, а? А, привет. Привет. Как у вас там дела? Ну, что с делами? С делами завал. А тебе каждый день спрашивают. Ты когда появишься? Пока не знаю. Придется немного задержаться. А чего там Сашка ноет? Домой поехал. Спать. А ты еще на работе? А то. Ясно. Слушай, ну я отработаю, я обещаю. Естественно. У меня есть одна просьба. Я сейчас передам трубку Володе, он, в общем, все расскажет. Хорошо? Давай, хорошо. Привет, Кирилл. Привет. Есть у меня к тебе одна просьбочка. Ротаров — это его псевдоним, а настоящая фамилия Грушевский. Да, правильно. Ну что, записал? Но это нужно сделать завтра. Очень нужно. Сразу звони. Ну вот видишь, обещал сделать. Ладно, надо заканчивать на сегодня. До завтра. Павлов, не валяй дурака, оставайся. Да? Ну тогда корми меня, Ганушка приучила к режиму.
Окно закрой, сквозит. Ну как? Здравствуйте. Здравия желаю. Они придут. Уболтали? Это моя профессия. Она хороший адвокат. Я тоже вчера всех обошел. Обещали быть, если не заупрямятся и не передумают. Сергей Сергеевич, вы слишком мягкий, надо быть построже. Да ладно, народ у нас здесь добрый. Кстати, видела вчера ваших патрульных. Это не мои патрульные. Добрый день, милостивые господа. И тебе добрый человек. О, вполне патриархально. Кто это мы, кто такие они? Ну, если верить Сергею Сергеевичу, то мы это добрые люди, а вот они... Однажды одного местного старожила, кстати сказать, очень известного писателя, поправили, что про большевиков ни в коем случае нельзя говорить «они», надо бы говорить «мы». И тогда он сказал: «Ничего, придет время, и мы нам покажем». Юмор — это хорошо, юмор я понимаю. Тьфу, балабол. Да я такой, но меня люди любят. Высоко оценивай мои моральные качества. Кто тебя ценит? Сестра! Она проснуться не может без чашки кофе и выкрика: «Жоржетта, кончай базар, я умолкаю, я нем как рыба». Какая у вас интеллигентная семья. Да, какая интеллигентная. Все тот же одесский привоз. Вот вы уже смеетесь, деточка, значит, Жорик свое дело сделал. Жорик может удалиться. До свидания. До свидания. Да, кстати, слышали, галочка пропала. Откуда вы знаете? А Жорик ловит информацию на лету. Да Костик прибегал, говорит, не знаю, что делать. Звонила Галкина сестра. Короче, пропала. Когда пропала? Говорит, позавчера уехал, до сих пор нет. Ну, это-то кому нужно? Хоть и была никчемная, а все ж таки жалко. Черт. Срочно Костика гони ко мне. Ага. Извините. Сергей Сергеевич, не знаю, что делать. Что там у тебя случилось? Ну что молчишь, рассказывай. Да Галка пропала. Рассказывай, как дело было. Я решил развестись. Ну, мы поговорили там с ней. Она собрала вещи и уехала к сестре. Все, больше ее не видел. Когда это было? Позавчера. А может, она просто сбежала? А куда? В Питере у нее только сестра, у сестры она не появлялась. Но не к родственникам же в Магадан уехала. С Луконина могла сбежать. Тот тоже вчера удрал. В поселке говорили, у них шуры-муры были. Прости. Да неважно уже. Может, они договорились где-нибудь встретиться. Сергей Сергеевич, пойдемте со мной. Куда? Пойдемте, пойдемте. Сергей Сергеевич, вот, посмотрите. Вот. Вот это вещи Галочки. Вот это ее богатый гардероб, который она считала очень скудным. Вот там косметика, чемоданы, вещи, все здесь. Ничего себе. Вот и я говорю. Могла она просто так уехать, оставив здесь все? Мне кажется, нет. Мне кажется, ее убили. Типун тебе на язык. Мы с вами собрались для того, чтобы попытаться вспомнить, восстановить события того злосчастного вечера, когда убили Лару Троян 15 мая. Спасибо вам огромное, что пришли. Я вас очень прошу, слушайте и смотреть внимательно. Если что вспомните, сразу скажите, хорошо? Хорошо. Рассаживайтесь, пожалуйста. Мы все находились здесь. И я пыталась, молодой человек, много раз пыталась вспомнить. Какой? Столько нагода, все шумели, танцевали. А я забыла. Я все забыла. Сэту. Нет.
Мы сначала, как полагается, за стол сели, закусили. Потом Аристарх Петрович речь произнес, как наш патриарх. Уж потом музыка-то заиграла. Да я имею в виду, кто где стоял, сидел, кто куда вошел, откуда вышел, когда. И еще, может, кто-нибудь из вас вспомнит, где в тот вечер лежал красный шарф Смолениновой. И вспомните, пожалуйста, где вы находились в течение вечеринки? Сначала я сидела рядом с мужем. Я сидел рядом с Леней. Мы с ним разговаривали об архитектуре. Но сначала ты сидел здесь, рядом со мной, потом Георгий пригласил меня. Нет, я сначала подошел к Веронике Витольдовне. Я пошла танцевать и попросила мужа подержать и сумочку, и шарф. Он очень воздушный, такой из шелка. Поэтому я попросила мужа положить его в сумочку. Но он, я это отчетливо помню, положил его в карман. Нет, ну, мы действительно с Виктором Федоровичем сидели здесь и разговаривали о современной архитектуре. Вот, вот. Нет, ну это бред какой-то. Ну как он мог положить себе в карман женский платок? Это ж не носовой. Чтобы его положить, нужно, по крайней мере, сложить. Ну а если бы он это сделал, я бы заметил. Леонид, но вы тогда пришли чуть позже. А до этого Виктор Федорович находился здесь с нами. Мы пришли еще до начала танцев. Мы с женой ушли, как только завели эту свою музыку. Да, да. Вас, Леня, еще не было. Вы меня простите, но это бред какой-то. Но ведь кто-то же взял шарф. Я не помню, кто взял этот шарф. Виктор Федорович, вы отводили жену домой. Да. Ведь у нее был приступ, верно? А во сколько это случилось? Вы говорите? Броня, Бронечка, тебе стало нехорошо. Что за чушь? Я танцевала с Георгием. Мы танцевали один танец, а потом я отвел вас на место. Да, я помню, помню, помню этот вечер. Мы вместе с вами шли домой. Вам трудно было идти. Сергей Сергеевич, о чем вы? Итак, Виктор Федорович, во сколько вы пришли домой? Брониславе стало плохо после танца. Верно, мы повели ее домой. И все время были вместе? До самого дома. А потом? А потом я приходил и возвращался, чтобы забрать эту сумочку и шарф, которые мы забыли. Приходил и возвращался, чтобы их забрать.